Сотрудники управления службы судебных приставов по Тверской области совместно с представителями транспортной полиции провели профилактическое мероприятие. Судебные приставы проконсультировали и проверили на наличие штрафов всех желающих пассажиров железнодорожного вокзала станции Тверь. Сотрудники также консультировали по вопросам исполнительного производства, в частности о том, какие в отношении неплательщиков могут быть применены меры вплоть до временного ограничения на выезд из России. Меры направлены на понуждение должника исполнить требования исполнительного документа, выданного на основании вступившего в законную силу судебного акта, при условии, что сумма, подлежащая взысканию, составляет более 30 тысяч рублей, либо более 10 тысяч рублей при нахождении исполнительного документа на исполнении более 2 месяцев. С начала года тверскими судебными приставами ограничены в выезде более 70 тысяч жителей региона, имеющих неоплаченные задолженности. Применение меры уже позволило взыскать порядка 350 миллионов рублей. Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области предлагает всем избежать неприятностей в преддверии новогодних каникул. Поможет в этом сервис банка данных исполнительных производств или личный кабинет на портале госуслуг. Пользуясь информацией этих источников, можно узнать сумму долга. Также можно произвести оплату через безопасные платежные системы.